Всем привет! Сегодня обзор игрушки Infinity Nada. Это у нас простой вариант крылья Ароса. Есть подороже, с дополнительными кольцами защиты и нападения, и наконечником. Здесь же все просто. Ключ, сам волчок и пусковой механизм устройства. Оно у нас магнитное во второй версии игрушек. Первый там надо было дергать ленту. Здесь же все проще. Здесь расписано, как это все, что состоит. Кольцо защиты, атаки, кристалл Марса, основная часть, и замок души. В принципе, это у нас и расписано, какие свойства у него. Но свойства у него разные, потому что он может запускаться с двух сторон. И получается, в одном он как больше защиты, в другом нападение. И у нас это у нас крылья Ароса, по-моему, баланс. Факультет баланса у них там. Мультики смотрят. Все им интересно. Цена, по-моему, 1700. Достаточно дорого. Ну, в принципе, скорее всего, придется покупать второй, потому что один волчок не так интересно. Купил я в Китае. Заказал. Ну, сейчас, наверное, долго будет идти. Ну, там с простым вот таким механизмом продается. Не знаю, как качество. Лучше, хуже. Кто знает, напишите в комментариях. Ну, здесь все просто. Дергаем за веревку. И двумя кнопками отпускаем. В таком положении он крутится, в принципе, на одном месте больше. Ну, также есть можно запустить. И вот в этом положении получается он более резкий, с такими движениями. И здесь получается можно в таком режиме запустить, зажать там, докрутить или уже запустить в другом. Здесь у нас сейчас разберем. Можно поменять вот этот, как она забывается, замок душ. Да, замок душ. Ну, тогда мы не сможем запускать его с магнитным механизмом. Здесь механизм простой. Она выдавливает и она отпадает. И магнит достаточно крепко, когда раскручивается, даже в таких положениях он не вылетает. То есть проблем с ним не было. Ключ. Здесь несколько вариантов. Ну, в принципе, можно и в таком варианте, и в таком. Но все равно лучше не вот за этот механизм так вот делать, а придерживать. Потому что достаточно первое время очень жестко. И против часовой стрелки немножко сдвигаем. Такой небольшой щелчок. И, в принципе, все рассоединяется. Вот эта металлическая, она бывает так достаточно тяжело. Вот. Если взять другой какой-нибудь купить или побогаче набор, где есть дополнительные, можно уже комбинировать и менять. Ну, здесь то же самое. Здесь более туго. Но если мы уже поставим вот этот, мы не сможем использовать как магнитное пусковое устройство. Ну, то есть это уже не разборное, все это закручено. Из металла получается здесь только магнит и вот это кольцо. Также собирается, но в обратном действии. Здесь надо вставить пазы. То есть вот так мы, получается, не встаем. Она встает очень плотненько, хорошо. То есть видно, что она встала. Это вообще просто встает. И сверху. То есть можно менять наконечники, если у вас несколько. Он готов. Игрушка отличная. Ну, надо второй. И, возможно, точнее, скорее всего, придется покупать еще арену. В инструкции все это указано. Все понятно. Проблем нету. Будут вопросы, задавайте. Вот кто в Китае брал. Там, по-моему, даже есть и с пусковым механизмом. Какого качества, хуже или лучше, но это как бы у нас получается оригинал, который официально продается в России. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь.
Пока-пока.